Риэлторы предложили освободить малоимущие семьи от уплаты НДФЛ при продаже жилья. Кроме того, речь идет о гражданах, которые нуждаются в дорогом лечении, или тех, кто купил недвижимость на средства мат-капитала. Соответствующую инициативу направила федеральная компания «Этажи» в правительство, Совет Федерации и Минфин. Предложение уже поддержали в Госдуме и в Народном фронте. Вместе с тем эксперты отмечают, что необходимо проработать все возможные ситуации, чтобы подобная мера не стала лазейкой для мошенников, к примеру, черных риэлторов.